Здравствуйте, мои хорошие! Спасибо, что посетили мой канал. Сегодня представляю вашему вниманию новую подборку моих заказов с AliExpress. Все ссылки на которые я, как всегда, оставляю в описании под видео. Итак, давайте приступать. Всем приятного просмотра! Начать сегодняшний обзор предлагаю с очень интересного заказа, который понравится абсолютно любой девушке. Это беспроводная автоматическая плойка для завивки волос. Пришла она в фирменной картонной коробке. В комплекте находилась подробная инструкция по ее применению, два зажима для волос, тоненькая мелкая расческа с острым кончиком на ручке, стандартный зарядный кабель, микро-USB и USB на концах, бархатный мешок, чехол, которым будет удобно хранить и переносить эту плойку, и, собственно, в нем сама плойка. В трех расцветках она имеется у продавца, но только такая расцветка имеется у него на российском складе. Я, конечно же, заказала ее, чтобы как можно быстрее стать ее обладательницей. Плойка достаточно легкая, это удобно, рука не будет уставать при ее использовании. У нее лаконичный дизайн в виде цилиндра. Разъемы под зарядку находятся на ее основании. На ее верхней части находится ролик и отверстие, в которое будем помещать локон волос для накрутки. Под ним находится кнопка старт. При нажатии и удержании ее как раз запускается вращательный механизм. Под этой кнопкой цифровой дисплей. Он будет показывать нам уровень зарядки этой плойки. Влево или вправо у нас идет закрутка, температура и время, которое мы зададим на один завиток. Под этим дисплеем находятся две маленькие круглые кнопки. Первая кнопка включения-выключения. Также она отвечает за перебор режимов. И вторая кнопка с изображением плюс-минус. При ее помощи в каждом режиме мы будем устанавливать нужные для нас настройки. Хочу обратить ваше внимание на то, что эта плойка работает абсолютно дистанционно, то есть без шнура. Вы ее заряжаете, ставите ее желательно на ночь на зарядку, снимаете с зарядки, и она работает у вас на аккумуляторе. Никакой длинный шнур за вами не тянется. В общем, супер удобная вещь. Итак, скорее к ее тестированию. Вот такие у меня сегодня прямые волосы, я ничего с ними не делала. Просто высохли они у меня сами по себе. Далее я расчешу их при помощи той самой расчески, которая находилась в комплекте. Мне, кстати, такие расчески очень нравятся. Я ими и расчесываю волосы в повседневной жизни, и использую их для покраски волос, поэтому она для меня будет никак не лишней. Зубчики ее эластичные, поэтому не сломаются. Итак, верхнюю часть волос я пока закалю на зажимы, и зажимы мне тоже здесь нравятся. Беру нижние волосы, отделяю прядь. Можно это сделать при помощи тонкого кончика расчески. Я это делаю просто вручную. Выделенную прядку можно немножечко скрутить в жгутик. Я просто стараюсь четко ее отделить, поместить в разъем. Дальше просто зажимаю кнопку старт и жду. Кнопка из дает писк, потом еще один, еще один, еще один. И так столько раз, сколько вы поставили. У меня 12 секунд стоит, то есть ровно 12 раз она пропищала. После этого она издает длинный писк. Это значит, что можно прядь вынимать. Я просто опускаю плойку к низу, и вот такой прекрасный завиток у меня получается. Все то же самое я проделываю с остальными нижними прядями. Далее снимаю зажимы и точно таким же образом делю верхнюю часть волос на пряди и закручиваю. Плойкой работать очень быстро, очень удобно. Мне нравится, что в ней присутствует выбор температурного режима, то есть на самой минимальной температуре можно ломкие и тонкие волосы завивать. Я на 160 градусов поставила, и мне этого абсолютно достаточно. Дальше вы можете поставить на 8 секунд эту завивку, и этого времени тоже многим будет достаточно. Плойка очень удобная в руках, еще раз повторю, что она легкая, у нее керамическое покрытие, она не сжигает волосы. После ее тестирования могу с уверенностью сказать, что это на данный момент самая удобная плойка с AliExpress. С удовольствием буду продолжать ее пользоваться. Накрутила она мне волосы очень быстро, очень ровно, совершенно одинаково и легко. Никаких мучений, локоны абсолютно ровными и красивыми получаются. Кстати, завивку я ставила от лица, всегда так делаю. Вот что получилось у меня сразу после завивки. Можно отделить более тонкие пряди волос, скатать их в жгутики, и получится вот такая прическа. Можно все волосы прочесать и закрутить их в два толстых жгута. Тоже получается симпатично, но больше всего мне нравится просто растрясти волосы, и чтобы они легли совершенно естественно. Получаются красивые, мягкие, естественные локоны. Образ сразу же меняется, каким он был до завивки, каким он стал сейчас. Я потратила на эту завивку всего 10 минут. 10 минут в день. И вы всегда будете шикарно выглядеть.
Следующее, что хочу вам показать, это серебряные серьги с дымчатым кварцем из нового для меня магазина, в котором я второй раз делаю заказ. Их металл серебро 925 пробы, застежка их в виде гвоздиков, фианит находится на их застежке. Мне очень нравится форма дымчатого кварца, мне очень нравится его цвет, такие правильные ромбы получаются. Очень хорошо эти серьги выглядят, в прекрасном виде они пришли, со всех сторон выполнены идеально, никаких недостатков, никаких дефектов. Мне очень нравится, как они смотрятся в надетом виде, ничего лишнего. Подойдут на повседневку, подойдут и на выход, как многие пишут в комментариях, их пир и в мир. Красивые, нежные, очень стильные, элегантные, подойдут на любой возраст и к любому стилю. Согласитесь, что несмотря на то, что эти серьги с камнем, но их даже с джинсами можно будет смело надеть. Еще один очень красивый заказ из этого магазина – это многослойное широкое серебряное кольцо с фианитами. Заказала я его в 6 размере на свой 16,5 размер. Очень хорошо оно мне подошло, ни больше, ни меньше не нужно, что меня очень радует. Мне понравился дизайн этого кольца в виде таких плетений, может быть, даже цепи напоминает этот узор. В любом случае, он очень актуален. Смотрится это кольцо сложно, но сидит на пальце очень комфортно. Выполнено качественно. Все камешки на месте, сложное, стильное и качественное украшение. И дальше мы перейдем с вами к бюджетным заказам. Это бижутерия. Первое, что хочу вам показать из нее, это серьги в виде цепочек. Застежка здесь гвоздики. Покрытие у них золотого цвета. На вот такой фирменной подложке они пришли. Все очень хорошо выполнено. Выкрашены они идеально. Металл гладкий, блестящий. Очень актуальны сейчас такие украшения. Всего в 145 рублей они мне обошлись. 99 на них заказов, только отличные отзывы. Очень красиво они смотрятся со всех сторон. Продавец утверждал, что с ними ничего не случится, с их покрытием все будет хорошо, они не поржавеют, не потемнеют. Мне нравится их форма, мне нравится их размер, они не чересчур громоздкие, но они очень заметные, и несмотря на свою форму и внешний вид, они выглядят при этом аккуратно. Безумно рада, что их заказала, очень часто уже ношу. И к ним я выбрала вот такое ожерелье в виде золотой цепочки. Подобрала похожее плетение, тоже в золотом цвете у меня это украшение. На одном его конце находится длинная цепочка с делениями, то есть можно в минимальном размере носить это ожерелье вообще в виде чокера высоко на шее. Можно достаточно низко его спустить, как вам больше нравится. А можно и так, на любые случаи, под разные образы. Обошлось мне это ожерелье всего в 200 рублей, чему я тоже безумно рада. Очень-очень оно красивое. Красивое, очень качественное, можно долго, внимательно его близко разглядывать. Мне как раз понравилось носить его высоко на шее в виде чокера с прошлыми сережками. Мне очень нравится этот образ, я так люблю его использовать. В общем, где еще можно заказать такую прекрасную качественную бижутерию и по таким замечательным ценам, как не на Алиэкспресс? Следующее, что хочу вам показать, это белые хлопковые колготки. В прошлом видео я вам показывала более теплые колготки из этого же магазина. Да, в них я хожу зимой, и мне в них совершенно не холодно. Эти колготки более тоненькие, и я заказала их уже на весну. Сейчас в них очень комфортно, я их уже часто ношу. Показываю вам их с черными ботильонами, потому что мои светлые ботильоны еще в пути. Я уже их поджидаю, и к ним как раз я выбирала эти колготки. Мне очень нравится носить их и шортами, и с любыми светлыми, не черными юбками. Как раз для них я и заказала такой цвет. Я пару лет назад заказывала у этого же продавца по этой же ссылке такие же колготки, но в черном цвете. 2 года я их проносила. Они нигде у меня не потерлись, не продырявились, они не пошли катышками, не размахрились. И цвет свой тоже не потеряли. Я обожаю эти колготки. Они самые классные из всех, что я вообще когда-либо в жизни носила. Они очень хорошо тянутся, при этом у них красивый рисунок. Они действительно
хлопковые, ноги в них дышат, и это чувствуется. То есть никакой испарины я никогда не покрываюсь, даже в самых теплых помещениях, когда я нахожусь в теплых сапогах и в теплых юбках. В общем, великолепные колготки. Я просто перешла по той же ссылке, по которой заказывала черные, и выбрала эти колготки в белой расцветке. Самое главное, что они не идут катышками, потому что, знаете, ведь, да, шерстяные колготки большинство наденешь 3 раза, и все, и ты вся в катышках, вся в каких-то пушинках, черти что. На твоих ногах, но только ненормальные приличные колготки. Здесь такого не будет, с уверенностью вам это заявляю. Следующий мой заказ — это еще одно украшение, очень-очень бюджетное. Оно обошлось мне всего в 122 рубля. Это шар в виде мыльного пузыря, который надет на леску, тоненькую, прозрачную, и сзади все это на серебристой застежке закрывается. Я вам показывала как-то в таком дизайне серьги в виде мыльных пузырей, они мне очень нравятся, они тоже там рублей в 70 мне обошлись. А ожерелье мне понравилось даже больше. Очень необычное, очень стильное, качественно выполнено. Сам этот шар прочный, совершенно прозрачный. Действительно очень похож на мыльный пузырь. Согласитесь, необычный образ получается. На повседневную носку его смело можно надевать. Тем более за 100 рублей я подумала, почему бы не заказать и не получать внимания к нему от других людей. Тем более я так люблю такие необычные вещи. Еще одно украшение — это серьги. Тоже очень бюджетные. Они в виде граната. Это самый мой любимый фрукт. Вкуснее фрукта, мне кажется, просто не существует на мой вкус. Когда я увидела эти серьги, они мне показались настолько реалистичными, как будто бы на самом деле видишь дольки настоящих гранатов. Очень красивый у них цвет, золотой, затемнение внутри и вот эти вот камешки красные, такие красивые, как будто бы настоящие зернышки граната. Серьги эти обошлись мне в 91 рубль. На них 43 заказа, исключительно положительные отзывы. С внешней стороны они тоже очень красиво и реалистично выполнены. Такая фактурная у них кожица изображена. И также рядышком я оставлю вам ссылку на точно такую же подвеску. Она стоит всего 75 рублей. Мне понравился размер этих сережек. Они не слишком маленькие за такие деньги, но не слишком огромные. Очень удобно их носить. Металл хороший, мои уши на него не реагируют отрицательно. Прекрасное украшение, несмотря на то, что сейчас в моей шкатулке в основном находятся серебряные изделия. Бижутерию я не так часто себе оставляю, но, например, из сегодняшнего видео я оставила всю. Мне нравится, как они смотрятся. Я обязательно закажу и подвеску в комплект. Очень оригинальным они делают образ и прекрасно его дополняют. И последнее, что хочу вам показать, это открытка, которую я заказала к этому Новому году, но пришла она на 3 дня позже Нового года, поэтому она у меня хранится до следующего Нового года, и это совершенно неплохо, потому что к нему я уже вот таким образом готова. Открытка эта 3D. Пришла она ко мне с очень красивым конвертом в комплекте. Этот конверт из такой качественной необычной бумаги выполнен. Даже какую-то шелковистую ткань он напоминает. Также такая небольшая вкладка имелась в комплекте, для того, чтобы вы могли написать на ней все, что вам хочется, любые пожелания, любые поздравления. И весь этот комплект был упакован в полиэтиленовый красивый пакет, чтобы эта открытка никаким образом не заморалась, не повредилась в пути. Мне очень понравился дизайн этой открытки. Я заказывала ее для своего племянника. Но если вы перейдете по ссылке, которую я вам также оставлю в описании, а я оставлю вам ее на все 3D-открытки на AliExpress, вы увидите, какое их огромное множество на Али, сколько разнообразных дизайнов, и вы найдете там открытку абсолютно по любому поводу. И даже если вы ими раньше не интересовались, я уверена, вы найдете такой дизайн, который вам непременно захочется заказать и подарить кому-то очень важному для вас и сделать для него что-то приятное таким образом. Приятное, при этом необычное. Все эти открытки выполнены настолько реалистично, настолько качественно. Это уже моя 3-я 3D-открытка. Я могу очень долго просматривать их на AliExpress. Меня вообще просто нельзя к ним подпускать, иначе я скуплю их в огромном количестве. И также недавно на Али я наткнулась на открытку с настоящими высушенными цветами. Они в разных цветах представлены у продавца. Они тоже такие красивые. Мне кажется, это будет такой великолепный сюрприз, сувенир. Я бы, например, не отказалась получить что-то вот настолько оригинальное. Потом этот маленький букетик можно будет использовать в какой-то миниатюрной вазе. То есть он остается
останется с тем человеком, которому вы его подарите навсегда, и он будет очень долго еще вас вспоминать, смотря на этот букет. В общем, тоже ссылочку вам оставлю, перейдите, посмотрите. Как хорошо, что у нас есть AliExpress, и мы можем заказать на него абсолютно все, что нам хочется, абсолютно любую необычную вещь. Вот такими были мои заказы к сегодняшнему дню. Надеюсь, они вам понравились. Все ссылки на все, что я обозреваю, я всегда оставляю в описании под видео, в том числе и на то, что было на мне во время примерок и съемок этого видео, а также на все, что попадалось в кадр также во время съемок. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Я все ваши комментарии читаю и стараюсь на них отвечать. Очень прошу вас оценить это видео либо лайком, либо дизлайком. Для вас это пустяк, а для нас, для блогеров, очень важно. И, конечно же, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы я была всегда рядом с вами, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Для этого, кстати, нажмите на значок колокольчик. И увидимся с вами совсем скоро в новом видео. Всем до скорых встреч!